Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. Если вы хотите сделать полезный, красивый и недорогой подарок, то загляните в свои шкатулочки, там обязательно у вас найдется то, что нам будет сегодня необходимо. Итак, нам сегодня понадобится немного бисера, бусинки, любые, какие найдете, вот такие пара карабинчиков и резиночки. Резиночки и вот такие бусинки я брала недавно на AliExpress. Могу оставить вам ссылочки, если что, закажите. Также нам необходима будет нить и самая прочная нить для каких-то украшений, которые мы можем сделать своими руками. Это рыболовная ниточка. У меня сейчас ниточка Fireline. В рыболовных магазинах можете такой посмотреть. Вот ее параметры. Иголку, как всегда, я беру двойную с широким ушком, заправляю ниточку в эту иголку и начинаю собирать свои подарки. Я их уже сделала достаточно много. После того, как мы с вами разберемся, что необходимо делать, я покажу, сколько я уже сделала. Буквально. Я не знаю, сколько я тут сижу, час-полтора, может быть. Нити нам потребуются сантиметров 80, может быть 90. Но я ее не отрезаю сразу, я начинаю набирать бисер. То есть нам нужно набрать бисер вот в любой последовательности, как вы хотите. Бисер может быть любого цвета, оттенка, который вы у себя найдете, который будет сочетаться с бусинками. Можно обойтись без бусин. Можно еще что-то придумать. То есть сейчас, в данный момент, я последовательность делаю 20 бисерин и 1 бусинка. То есть сейчас надо посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Так, вот 20-я бисеринка, и теперь я надеваю бусину. Все, снова 20 бисерин и бусины. Продолжаем, набираем. Итак, я набрала ниточку с 7 бусинами. То есть я решила, что у меня будет с одной стороны 7 бусин и с другой 7 бусин. Сейчас я этот отрезок измерю на сантиметровой ленте и посмотрю. Так, у меня получается 23 сантиметра. Всего нужно 70. Ну, плюс-минус. 23 плюс 23 – это 46. 70 минус 46 получается у нас 24. Да? То есть вот сейчас мне на 24 сантиметра набрать участок просто одним бисером. Все, вот такое количество бисера набрали. И дальше снова бусинки, 20 бисерин, бусинки, 20 бисерин. У вас, в принципе, может быть свой какой-то ритм набора, поэтому не обязательно следовать прям дословно тому, что я говорю. То есть придумывайте, творите, создавайте. Сочетайте друг с другом, в общем, какие-то бусинки, бисерины. Придумать можно много. Итак, весь набор, который я задумала, у меня сделан. Мне остается пришить, вернее, привязать, наверное, вот этот вот карабинчик на край набора. Я иголочкой захожу в петлю карабина. Придвигаю ее к бисеру, вернее, карабин придвигаю к бисеру, да, еще раз в ушко карабина, и теперь вот у нас, значит, карабин, вот у нас выходит ниточка, вот за эту ниточку я захватываюсь и продеваю иглу в петлю. Ну, то есть я делаю узелок, завязываю плотненько, и таких узелков, думаю, что стоит завязать штучки 2-3.
Сами нитки очень прочные, то есть вы их вряд ли сможете порвать, но узелки надо завязать хорошо. Все, я завязала 3 узелка, подтянула здесь все надежно. Теперь вот так, чтобы было удобно, разворачиваем нить с бисером, карабинчик внизу, и я иголочкой прохожу через вот эти вот первые бисерины до бусины. Так, вот видите, иголочка вышла, то есть ниточку мы пропустили туда внутрь первых бисерин. И теперь здесь вот перед бусинкой делаем еще пару узелков. Так, один и второй. Все. По желанию можете сюда еще капнуть клея. Но я думаю, что не должно никуда ничего деться. Теперь можно обрезать вот этот хвостик прям под самый корень. Очень сложно его обрезать, поэтому ножницы должны быть самыми-самыми острыми. Вот так. Все. С обратной стороны, то есть я продвигаю все бисеринки и бусины вот сюда, в край, к этому карабину. С обратной стороны обрезаю ниточку, вот так вот оставив сантиметров примерно 10, вставляю ее в иголку, которой только что набирала бисер, и проделываю все те же самые операции, то есть я сюда, на этот край, привязываю второй карабин. Итак, карабины на месте. Вот такая красота у нас на ниточке. Нам осталось закрепить сюда на карабины вот эти резинки, на которые мы будем крепить дужки очков. Я надеюсь, вы уже догадались, что это цепочка для очков. Вот такая вот стильная, полезная и красивая вещица. Я думаю, что такой вот милый подарок на Новый год доставит удовольствие вашим родным и близким. И вот вы видите мои цепочки, которые я сделала буквально за последние, ну, часа полтора, может быть, я тут просидела. То есть, смотрите, это очень быстро. Вы берете тот материал, который у вас имеется в наличии, подбираете их по цветам, и вот такая вот прелесть может у вас получиться. То есть любые бусины какие-то, любые оттенки бисера, металлические какие-то элементы. Вот получается такая красота. Почему я сделала вот эти вот резиночки именно на карабины? То есть, если есть желание поносить вот эту цепочку не только на для очков использовать, да, можно отцепить вот эти вот резиночки и накрутить на руку, соединить карабинчики между собой, и у вас получится вот такой вот милый, красивый браслет. Я надеюсь, вы поняли, как быстро и легко можно смастерить такое чудо и порадовать своих любимых, родных, близких, ну и себя в том числе, конечно же. Я очень надеюсь, что мой мастер-класс был для вас понятен и полезен. Надеюсь, увидимся в новых видеоуроках. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!